надо слон, и блоха пришли в кинотеатр. Ну, слон сел впереди блохи. Блоха смотрела кино, ну и говорит: слон, слушай, давай поменяемся, а то мне из-за тебя ничего не видно. Они поменялись местами, снова смотрят кино. Блоха поворачивается к слону и спрашивает: слон, ну как, теперь я тебе не мешаю? Прыгай же, черт возьми! Donnez la direction, l'altitude. Дайте направление и высоту. Donnez la direction, l'altitude. Дайте направление и высоту. Henri. Henri. Écoute-moi. Послушай меня. Saute. Прыгай. Donnez la direction, l'altitude. Дайте направление и высоту. Donnez la direction, l'altitude. Дайте направление и высоту. Doucement. Осторожно. Non. Нет. Non. Нет. Газ. Газ. Июля 1807 года был подписан мирный договор в городе Тильзите, ныне город Совет, в котором вы сейчас находитесь. Со стороны России мирный договор подписывал Александр I, со стороны Франции – Наполеон. Вот на этом экспонате из нашего музея как раз запечатлен момент подписания мирного договора на плоту посреди реки Неман. Этот кувшин попал к нам, потому что его подарила учащаяся техникума несколько лет назад, попросив этот кувшин у своей бабушки, которая сначала кормила из него гусей и курочек. Ну, то, что здесь нравится, это можно отнести автоматику, электропитающее устройство, усилители. Ну, а сейчас ввели видеотехнику. Я пойду по видео, может, если получится. Это очень интересно, занимательно. Видеотехника вообще, по-моему, всем нравится. Если родится мальчик, назову Александром. Если девочка, Катериной. Thank you.
Мечта, мечта. У меня не была стать конкретно директором кинотеатра. Моей мечтой было просто иметь хорошую работу, любимую работу. Я прошла путь очень долгий, от киномеханика до уже директора. Наш ленинградский кинотехникум я закончила в 1974 году. Ну, конечно, директор кинотеатра должен знать хорошо киноискусство. И с какой-то стороны он даже немножко и социолог, потому что должен предугадать, какой фильм, на какой срок он берет для своего кинотеатра. И здесь нельзя ошибиться. Мало кто из зрителей может себе представить, что такое вообще кинотеатр. Сергей Радонежский жил в первой половине 14 века. По одним данным, монастырь он основал в 1337 году, по другим в 1345 году. Этот монастырь со временем разросся, ввиду того, что он был расположен в северо-восточной части Московского княжества. Он выполнял функции оборонительного форпоста московской земли со стороны северо-востока. Эту свою роль монастырь выполнял, нужно сказать, с честью. Вот. И у вас тогда получается, что нулевой провод нужен прям позарез. Вот. Прям без него никак нельзя жить. Потому что если разомкнули, вот оборвали, все, значит, у вас там, например, включили утюг, а сосед дома, там, холодильник уже не включится. Вот. И сгорит, будете платить ему. Вот вернулся я странник, потрепанный весь. Нет, не встретиться с вами, наверное, случайно. Только нежность, когда-то забытая здесь, заставляет меня оглянуться обратно. Только нежность, когда-то забытая здесь, заставляет меня оглянуться обратно. Я войду, не здороваясь, тихо спрошу. Сто раз спит дверь открыта, какая небрежность. Не бледнеть и не бойтесь, ничем не грожу. Я прошу вас, верните мне прежнюю нежность. Не бледнеть и не бойтесь, ничем не грожу. Я прошу вас, верните мне прежнюю нежность. Воронова, ну не ломай ты стул, качаешься ведь. Балалайку я ударю по струне, а вообще...
подготовки специалистов включает в себя видеотехнику. Может, сейчас поем? Такое кино, да. Но вот сейчас уже учимся на третьем курсе, уже более-менее представляем, что это такое кино, заинтересовывает людей. После окончания школы я узнала, что в Иркутске открылось снова плановое экономическое отделение, но я решила поступить туда, потому что в детстве еще как-то, может, фантазировали немного, хотели сниматься в фильмах. Ну и вот и решила свою жизнь связать именно с кино. Понравился фильм «Там на озере». Ну, там, в общем, идет расследование убийства. Потом разные фильмы-то, в общем. Одинокая женщина желает познакомиться.
пожалуйста, проходите. Так, присаживайтесь. Так, ну и как вы решили, куда? Ну что, поедем домой? Домой-то. Домой, конечно. Госкино Марийский СССР по кинофикации. Город Йошкар-Ола. По специальности местные жители. Будем ждать вас на работу. Ну, хорошо. На Камчатку. Город Пенза, кинотеатр «Современник». Инженер кинотеатра. Не знаю. Что достанется. Да, выбор большой. Ну так передо мной 20 человек. Ну что, вы говорите, что хотите. Что вы хотите? Что на... Куда бы вы хотели? На 90 лишним мест. С общежитием, конечно. Нет, вы говорите, куда бы вы хотели. А он скажет, занято, не занято, это уже мы скажем. Свободно, не свободно. В какую область? В какой СССР? В Якутию, да? Ну, в Якутию. Ну, ты кажется... Где-то в России остаться. Ну, городское управление кинофикации у нас еще не в какое? Нет, это высоко. Псков? Нет. Калуга? Калуга, там же без места жительства. Рязань, да, по-моему, есть там. Ставрополь. Так, Тула. Там это, без места жительства. Старший инженер кинотеатра, общежитие есть. Нет, Тула нет. Потом Тула. Там Тульская область есть. О, Тула. Под Москвой. Курган. Рязань. Рязань. А Рязань это только Тула. Курганское управление кинофикации, здесь два места с общежитием. Замдиректора. Новосибирск, по-моему. Ну, в Тулу я не хочу. Это тульские пряники. Когда тебе в досуге веселья не хватает, ты оглянись вокруг, кино, 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 кино нас приглашает. Завтра придет новый вечер и снова мы не слоняемся всюду без дела. В кинотеатре сегодня фильм новый, улыбку вижу вновь твою, вся грусть улетела. Когда тебе в досуг веселья не хватает, ты оглянись вокруг, кино, 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 кино нас приглашает. Кто кино знать с изнанки желает, в наш кинотехникум пусть поступает.